Говорят, что 25-го вас обратно должны. Я думаю, должны. Мы вот, если честно, сегодня уже ехали, надеялись, что нас выводят. Но вот мы что-то заехали в, блядь, деревню и встали здесь. Мы шли еще назад на 100 километров примерно. Нам, в принципе, до Армянска, до Крыма осталось километров 70, нахуй. Мы уже нормально назад двинулись. Ну, это вас в бригаду отправят или вы в Крыму будете? Они могут перегруппировку сделать и обратно. Хотя нас группировать уже нехуя. Я говорю, вот ты когда вот в таких вот местах побываешь, нахуй, ты только тогда начинаешь, блядь, ценить, да, куда хуя чего, блядь. Ты просто, блядь, просыпаешься и думаешь, я живу, заебись. Ну и чё? Вчера прапора одного садили, пришлось пистолет у него забрать. Он говорит, я, блядь, сейчас, нахуй, я уже все, ебать, его телепаю, все. Пистолет забрали, нахуй, сегодня вроде нашли его типов, пистолет отдали ему, вроде нормально все, нахуй. Переклинила дела. Да, наверное, у многих крыша едет, да? Я поначалу ехал, а сейчас ничего не поделаешь. Не в моих ничего силах. Ты можешь не выполнить приказ. Но если ты отсюда съебешься, ебать, нахуй, уголовное дело заводят, дезертирство. Прикинь, тип с бригады, короче, съебался оттуда, нахуй. Пока доехал домой, черкес добрался, он конвой, ебать, приехал, забрал. Сразу в этот же день приехал, повязали. Ну, зато живой будет, подумал. Мне просто интересно и это, что в бригаде говорят. Человек 7-8. В бригаде? Да, это позавчера мне это говорила. 7-8, блядь, 200-х? Да. Бля, Лен, только моих знакомых, блядь, человек, нахуй, блядь, 12-13. 8 человек, только в первой разведроте, нахуй. А трупы эти куда возят как-то, а? Или где они? Трупы куда девают? Ну, возят же, блядь, в Херсона, с Херсона туда, блядь, нахуй. В Россию, блядь. Тип говорил... 40, нахуй, ебать, ну это прям, ну, тех, которых привезли, а тех, кто еще без вести пропал, хуй его знает, вот этих мы двух полканов так и не нашли, ебать, мы же съебались вчера оттуда, либо они в плен попали, либо они, может, живые в плену, либо они мертвые, хуй его знает, и мы не знаем, где их найти, мы их искали там по всем полям, вот это ездили, рисковали своей жизнью, нас чуть ли танк не въебал, если он сейчас дуло, думаю, повернет, придется нахуй спрыгивать нахуй, а мы на БТРе хуярить нахуй.